Thank you.
Вечер у нас на контрабасе Николай Затолочный. На барабанах Егор Крюковских. Андрей Зимовец. Меня зовут Илья Луштак. Наш специальный гость, с которым я знаком почти 20 лет. Это было для меня большой учитель в Нью-Йорке, очень, ну, на протяжении достаточно большого количества лет. Это человек, который представляет во многом смысле вообще большую редкость среди вот живых джазменов, вот корень американского современного джаза, стиль, который называется бибоп, это музыка Чарли Паркера, Дизи Гиллеспи и Бад Паула, вот сейчас была тема. Он уже 6 лет живет в Стокгольме, в Швеции. И прекрасный человек, прекрасный наш друг. Мы безумно рады, что он с нами для вас сегодня выступает. Его зовут Дуэйн Клеменс.
спасибо еще раз огромное. Мы сейчас завершим первое отделение композиции известного композитора в Штатах, который был родом из России. Из Тюмени. И вот там звали Irving Berlin, и он был один из самых важных композиторов Бродвея, и до этого в Atlantic City, в Vaudeville стиле. И у него много десятков очень-очень известных вещей, и вот среди них одна такая. Every night I hear a croon, a Russian lullaby, just a little plaintive tune when baby starts to cry. Rock-a-bye, my baby, someday there may be a land that's free for you and me, and a Russian lullaby. One, two, three, four, one, two, three. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое, Дуэйн Клеменс. Вот сегодня у нас очень мало вокальных произведений, но решили все-таки кого-то я пригласил с прошлой недели из вас на сегодняшний концерт после концерта Синатры, и там подразумевалось, наверное, что какое-то пение будет, так что слышите, Синатра меня не простил еще за тот концерт, но или одна вещь будет. И Pennies from Heaven. Every time it rains, pennies from heaven. And don't you know each cloud contains pennies from heaven? Find your fortune falling all over town. Just be sure your umbrella's upside down. So trade it for a package of sunshine and flowers. And if you want the things you love, you know you gotta have a shower. So if you hear it, don't run over a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Thank you.
praise and praise. Pennies from heaven. Don't you know each cloud contains a penny from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure your umbrella is upside down. Trading for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you gotta have showers. So if you hear the thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you, pennies from heaven for me, pennies from heaven for you. Замечательно. Еще раз представлю музыкантов наших. У нас Егор Крюковских. Замечательно вообще. С каждым моим приездом. Этих приездов уже штук 100, наверное. Но я всегда поражаюсь. Тут такой вообще сильный ритм и звук, и вообще, ребята. Это реально. Мы во всем мире. Дуэйн не даст соврать, что в Европе очень трудно найти такую ритм-группу. А я лично скажу, что в Нью-Йорке тоже очень трудно найти такого уровня. А чтобы еще в таком заведении и с такой замечательной публики, это для нас большая честь и радость. Ну скажи, ты вот в Коле уже 7 раз был, да? В Нью-Йорке. Я же не вру, знаешь? 6. Действительно здорово. И так на контрабасе Николай Затолочный. На рояле один из самых близких моих вообще друзей. Мы играем уже больше 15 лет точно. И это для меня всегда как учитель и пример, вообще образец самых таких тонких качеств музыкальных. И я ему очень за это благодарен. Андрей Зимовец. Опять-таки вы уже поняли, вот кто с вами, вот такой трубач, такого второго сейчас в мире нет. Это очень уникальный и, ну, как бы уникальное сборище вот ингредиентов, составляющих, что касается стиля, звука, ритма. Ну, очень, опять-таки, для меня очень важный человек, и я безумно рад, что это было позволено нам его пригласить сыграть здесь. И он уезжает только в воскресенье, так что ищите нас, мы где-то еще будем. А его зовут Дуэйн Клеменс. Спасибо вам лично от меня огромное, что вы пришли. Меня зовут Илья Луштак. И в завершении еще одна песня про Луну была вот в первом отделении. И тут называется The Moon is Low. Вот. И все. Спасибо.
Thank you.
Спасибо вам огромное.